Війна – це окремий, жахливий, сюрреалістичний світ. Багатьом, хто живе в мирі, його не зрозуміти, бо ж ніхто не хоче опинитися і існувати у пеклі. Та коли раптово у вашому рідному домі настає судний день, люди благають про допомогу, тоді вищі сили посилають на землю янголів. Ну что, вперед? Ничего не сделал. Красногорок. Так, Василич, мы на Первомайку едем, повезем гражданским воду. Я захожу на броне с Васей, а вы с Просоленко следом, потом по команде поедем туда, на дальние кордоны. Все, разумеется, занимаемся. Приедете, да? Через сколько вы там будете? Ну, чтобы мы ориентировались. Через полчаса там будем. Мы можем там проехать за нами? Смотреть в оба. Да что, слушать нас, слушать нас, да, далеко от бронекапсулы не удаляться. Полетело. Ну да. Да, ракеты. Ракеты в день, ночи. Літають, щойно одна прилетіла і був вибух. Вона, скоріше всього, по електростанції б'є. Мне 39 лет, в МВС я работаю с 2001 года. По моему мнению, геноцид происходит народа. Города, вот они поперед себя смерть пускают, ведь там разруха полная. До того момента, как живые люди зайдут, они уже идут по разрухе, по камням, по просто по телам мирных граждан. Этого мы не допускаем. Звання старший сержант поліції. Знаходжусь в рядах МВС з 98-го року. Слід ніхто не може достати. Ну, дзвонять, говорять, до самого кінця це достане тільки білий ангел. Терор і здівательство над нашою нацією. Вони просто нас уничтожають. Я начальник відділу поліції номер 2 Покровського районного управління поліції. Я відповідаю за тих людей, які мої туди їдуть. И буду я отвечать за тех людей, которых мы будем оттуда вывозить. Станция бежит. Сейчас опять Курахова прилетит. Вася, люди ранены вроде. Мы выезжаем туда сразу. Вася, что? Раненые есть? Вот пробило, что-то сверху упало на голову. И... Сейчас я замотаю. Там дуже глубокая рана. Чи... Да не, доктору показать надо. Буквально щойно ворог ударил по місту Курахове ракетою, влучив у цивільний об'єкт. Є, бачимо, загиблі, є поранені. Або авіа, або просто з артилерії. Люди загинули? Да. Одна цивільна ранена, двоє військових поранених, загинули. Вася, сьогодні не поїдемо. Вася, на базу. Пробило, ось сюди зайшло. І то є, просто я в рубашці народився. І просто прошило все. То есть,
Водитель просто как будто его кто-то закрыл. Просто он живой остался. Значит, еще все будет впереди, будет все хорошо. Раны у нас у девочки. Давай, занимайте. Огонь! Как переночевали? Отлично. Нормально. Товарищ мой, который уже в 15-м году, будучи сотрудником полиции, перешел туда, на ту сторону. Ну, привет и передавал, говорил, приеду только на броневике сюда. Ну, я ему отвечал в телефонном разговоре, ну, тебе придется меня тогда переехать. Я присягу давал своей верной маньке Украине, и тому я ее и защищаю. Все, в Курахово собрались те, кто был верен присяге. Те, кто остался за бортом, те и остались за бортом. Были обстрелы и до 24-го, но они были не такими интенсивными. Начались не именно как бы по позициям, а уже начались в разброс по населенному пункту, то есть мирным гражданам. 24 числа я был в отпуске, был вызван на работу. Так как я являюсь жителем местным, знаю все дороги, все тропинки, знаю население, как добраться до определенной точки, не соприкасаясь непосредственно с врагом. С 3-го накануне я подивився по цьому телевізору виступлення президента сусідньої небратської держави. Я зрозумів, що це війна. Остався ночувати на службі, на роботі, тому що знав, що ну, щось добуде. І коли в нас вже подимали по тривозі, то есть вже я тут керував особовим складом, роздали зброю і чекали команди. Тримали під контролем криміногенну та оперативну обстановку. Пам'ятаю прошлий опыт тих событий 2014 года. Оружие получили на постоянное ношение все сотрудники полиции. Было принято решение коллективом, невзирая ни на какую там эвакуацию полиции, понимали о том, что города и села нельзя оставлять без сотрудников полиции. Решение приняли о том, что будем уходить отсюда только с Збройними силами України. Коли ви ухвалили таке рішення, що поліція буде брати участь в евакуації населення? Потрібна була допомога громадян. Почали звертатися. І рішення воно прийшло само по собі. Не скажу, що там інші не такі, але вибрав тих хлопців, по-перше, хто знає дуже хорошу територію, по-друге, навики на оказання медичної допомоги, по-третє, вони самі по собі повинні бути хороші водії. За вами. Давайте собираемся, потому что заднее колесо шипит. Все, все, все. И такой смачной, да? Було складно і з паливом, було складно із там ремонтом автомобіля, було складно із медикаментами на перший період. Все, все держаться. Бабуля, держитесь, потому что будем сейчас лежать быстро. Бабуля простреливается все. Коллектив отличный, все, друг другу помогаем, нормально. Все нормально, работает. Давай. Я коренной житель города Курахова, а ребята, да, они утратили там жилье. Квартира родительская, микрорайон Солнечный, зруйнована еще в 2014 році, а зараз в приватном секторе дом, можно сказать, еще цілий, але там же життя неможливо. Хоча люди живут, и мы им допомагаем там жить. Остаетесь здесь, держите оборону. Надежда вся на вас. Богом, давай, иди, сынок. Мы его любим, он наш. Розбило. Да. Дом розбило, дома нету. Рустама Лукомского, дом. Батя, хочешь посмотреть? Нормально. Хаты нету. Руся, а тут кто-то пострадал?
В моем селе много пострадало домов, людей, много умерло людей. Людям, которым предлагали эвакуироваться, они оставались, считали, что их дом – это большее, что они за всю жизнь свою смогли, и они больше его не… Ну, я им объяснял, сколько раз выезжал, что давайте, это стены, их мы отстроим. Люди, не будем сидеть. И поэтому некоторых знакомых, друзей уже я похоронил, их уже нету. Рустам – це унікальна людина, він все життя такий є. Ще до цього конфлікту був випадок, коли провалився під льод, ну, рибалка. Наш чолов'яга, Рустам, роздівся і поліз його з ополонки витягати. І витягнув. Рустамчик, збирай. Малыш, он отчаянный, но он безотказный. Добрый. Вы надумали ехать с нами? А не надумала я, не хочу и сейчас ехать. Вот глупости. А? Не кажите такие глупости. Ну а что, лучше... Во сто крат лучше. Це у нас по цьому напрямку Піпа Василь, він такий, він більш психологічний, мабуть, методи він задіє. Буває дуже складно вмовити, вже хата розбита, вже літня кухня розбита, вже там гараж-сарай розбита, воно сидить. Давай, я вискакую. Давайте, ви їдете? Давайте, родні, хто на Больше своего веса поднимаешь. С ума сошел. Внутренне сильный человек. У него есть своя позиция, своя точка зрения. Что такое хорошо, что такое плохо. Понимаешь? Вася молодец, он может общаться с людьми. То есть я как бы руковожу общим процессом, да? А хлопцы, там, что Рустам, что Вася, вот они именно внутри этой, в оболочке в это все обрабатывают. В коллективе все должно быть сплоченно и должно быть большое доверие друг к другу. Благодаря нашему руководителю, который все равно смотрит за нами, он старается, говорит, так, давайте, сегодня стоп, вы уже устали, вы уже, хлопцы, вы горите, давайте протормознем. Это было в первые месяцы войны, когда ты видишь, заходят к тебе в кабинет, или мы на, там, где-то в другом месте, на точке сбора дополнительно встречаемся, и ты видишь глаза, и ты понимаешь, что в них адреналина, в этих людях, больше, чем он просто выходит из них. Нельзя отравиться этим адреналином, потому что они потом заедут и в Донецк, понимаете, ну, чтобы кого-то спасти. Садись наперед. Все, пошли. Запивай. Держимся. Держимся хорошо. Бывает, когда выезда там оказывать гуманитарную допомогу, помощь – это одно. А когда ты, мы, бывает, поднимаемся с руководителем, с моими коллегами, поднимаемся ночью, надо оказать медицинскую помощь, мы выдвигаемся в зону боевых действий и тоже их вывозим. То есть у нас нет ни времени суток, раз, ну все, вроде тихо, давайте по домам. Раз – звонок, все, выезжаем, собрались, оделись, все, поехали. Свет есть, нету? Нету, нет, он у нас. Мы уже забыли, что такое свет. Ой. Когда? Ночью. Ночью? Да, бо вечером я заходила, он еще живой был. Так, и сумку сразу. Ага. Да, она на улице, сейчас я вынесу. Вы выезжать собираетесь отсюда? Как не знаю. Вы видите, что тут творится? Туда, где не стреляют. У нас вызовы приходят есть через 102, есть непосредственно нам на телефоны, так как они обмениваются друг с другом. Весь райотдел участвует, они собирают информацию, доносят нам. Ну, а дальше уже решаем, кто может выдвинуться. То есть кто, ну, может поехать
в зону соприкосновения. Обсуждаем маршрут движения и согласовываем свои действия с военными. С военными, особенно по Маринке. Сразу мы еще сами передвигались, скажем так, а потом уже невозможно было, там авиаудары, логистика разрушена, дороги разрушены. Дед, выезжаем, быстро, быстро! Давайте, родные, давайте. Бабуль, иди туда, я перетяну. Давай, давай, к машине. Связались с военными. Артем, там-то самолет отработал, там ты не проедешь. Там левей, правей, в тот переулок. Планируем, что мы можем взять, чтобы спасти этого человека, чего может у нас не оказаться, там, каких-то медицинских, например, препаратов. Проверяем оружие и едем. Давай, давай. Давай, 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 давай. Обратились люди к нам. За день мы вывезли с поликлиники, с Маринки, это центр Маринки. Человек 6 вывезли. А потом нам поступило телефонные звонки от родственников, сообщение, что вышли женщина и мужчина с района молокозавода. Ну, ждут нас. Доехали до Максимилиановки. Обстрел. Что-то попытались переждать. Доехали до Георгиевки. Тоже рядом легло. Вернулись. И начала работать авиация. Вражеская. Нормально, разведница, Виталич, топи, блядь. Не быстрее не едет, Вася. Ах вы, сука, паразиты, блядь. Поехали, блядь, вот оно, блядь. Давай где-то переждать, где-то. Что-то аж ноги так, блядь. Подтрухивает. Ну так, блядь. Говорит, потише, блядь. Зрештою, тих людей ви таки врятували? Ми в той же день їх вивезли. Ми вивезли. Тобто у нас нету такого розуміння, хто іменно поїде. Свободний чоловік, да. Я сьогодні все, я можу з вами поїхати. Ми за друг другом смотримо, ми знаємо вже, ну, тут хто що должен делать. То есть, приезжая на место, кто-то участвует в погрузке, кто-то оказывает медицинскую помощь, кто-то уже за руль прыгнул, все. То есть, раз-раз кто-то на прикрытие вышел, это потому что в линии соприкосновения бывает, ну, столкновение. То есть, у нас все отлажено. За теми посадками уже линия фронта фактически начинается. Вон Донецк. По левую сторону. А вон там виднеется в дымке областная телевизионная вышка. Це пам'ятне місце. Я хочу сказати, що ми ще торік тут сиділи в кафе. Тут навіть був інтернет. Да. Колишній відділок міліції був тут в Красногорівці теж прямим влучанням. Добре, що тоді не лишились ночувати. 5 школ у нас було в Красногорівці. Ну, тобто для такого міста 5 школ, розумієте, да? Дитсади. Це новенька школа, її відкрили рік тому. Школа, яка не поступалася, а може навіть була і кращою. За будь-яку столичну школу зараз бачимо самі руїни та згарища. Доля у цієї школи така, що вона вже двічі так постраждала, її відбудували, а тепер от знову. Эти окна выбило, гаражи побило, машины людям побило. Подвал разлетел. В другом подвале. Если там какие-то таблетки есть, мы сможем пока провести их. Да. Хорошо. Спасибо. Не за что. Спасибо. Поехали дальше.
Сейчас я тёмка подъедет. Дрон. Угу. Куда ты падаете? Зараз решту гуманітарної допомоги розвеземо іншим людям. Було діло 152 міліметри снаряд, влучив будинок трошки вище. Тиші її там закопали, винесли. Там добре, що воно не розірвалось, діти були в хаті. Ну, не легке. Зараз держать. Трогай помаленьку. Вот такая у нас с тобой нелегкая работа. Да. Давай. Морда сходу, як засох на дворі, пригощайся на здоров'я. Фірмове Пантера, смузі для тебе, всіх твоїх друзів. Везем бімбу МЧСовцам, да? Опа. Погнали. Давай, что ладно, по дороге не взорвались, ты не взорвался. Все. А туда, в сторону, как-то положить отдельно. Ой, ну, это просто молодец. Ладно, погнали мы дальше. Все, ладно. Дальше. Давай. Сейчас. Маленький, ты пока балкотки спусти, воду набирай. Да, поставка, я набираю. Помогать мне. Вот вчера от толчка сильного проснулся, там не разорвалось, упало. Сколько рук? 15. Ты знаешь, зараз сучасні діти, підлітки, вони не можуть жити без гаджетів, без там інтернету і так далі. Як ти тут без цього всього? Я не учусь поки що. Не пішов в школу, от якраз тікнеш вже поступити. Як-то так. Белый ангел, ну тоже на скорой, чумой подошли. А потом его там и ранило, что такое? Да, вот всего Рустама ранило. А, он уже поправился, да. Нормально, все. Дай Бог вам здоровья. Нормально, ноги ходят, нормально, зашили врачи ноги. Порядок. Привезли людей, все нормально. Я говорю, я пойду отделом, займусь там совещание, что-то нарада якась там планувалась у нас. Кажу, часов 17-18 поедем в Марьинку. Говорит, ты занимайся отделом, а мы поедем быстро смотаемся. Мы получили информацию о том, что необходимо вывести жителей Новомарьинки. Прибыли на один адрес, загрузили вещи, загрузили людей. Переехали на второй адрес. В этот момент начался обстрел. И буквально через 20 минут они мне звонят. У нас 2-3 сотых сотрудников. Давай на загрузку! Сюда. Мы успели загрузиться, затягти ту стареньку. Хлопці сіли наперед, а я ззаду остався. В той момент, як від'їжджали, туди, де стояв автомобіль, де загружали людей, туди і прийшлось влучання снаряду. Що, готові? Поїхали, газуй! Ти як? Газуй! 300 нога! 300 нога! Газуй! Давай. Находились мы на бронированной машине инкассаторской. Сдали только назад, а то место, где мы стояли, прилетело минометно. Витримало бронескло бокове, а водій, втрачаючи кров, він прийняв рішення увести людей далі, не залишатись на тому місці. Ну, я вважаю, що тим самим він може людей спас. Давай, перемінуємо. Газуй! Все, на водичку. Уходим. Машина врятувала повністю. Врятувала цивільних. Там їх було 6 осіб. Вони були в капсулі у цій броньованій. Що, готові? Осколок прожег двері, розбив водительське стекло, но не дожег.
Если бы он дожег, у нас бы уже здесь не было. В двух ногах мне достали осколки, попадание конечности в ноги, разрыв пятки. Ну, вот благодаря докторам меня собрали. Очень большая благодарность. Когда бойцы мои получили ранения, я сейчас их сам туда не отпускаю, самих не отпускаю. Только со мной они едут. Я не считаю, что этим наношу вред служебной ситуации, положению в районе. Не страдает служебная деятельность от этого. Товарищ у меня, Сан Саныч Грейпа, который был, в то время он был за рулем, ему тоже попало ранение. Сейчас он находится в госпитале, но тоже хочет приступить к работе. Так получилось, что транспортные средства, которые мне дали для вывоза гуманитарной помощи раненых, досталась скорая, которая белая. Один ребенок, я приезжал, ну и привозил ему сладости, там, то банку сгущенки, то еще что-то там, ну, что можно было достать. И когда подъезжаю, он все время белый ангел, ну, потому что он на белой скорой. Ну, нравилось ребенку так. Ребенок дал такое название, белый ангел. Ну и получается, так меня и прозвали. Давай. Чтобы у тебя было все. Основателем этой команды нашей, которую сейчас называют «Белый ангел», является руководитель нашего отдела, фактически. Вот. Плюс Рустам Лукомский, которого и стали называть «Белый ангел». Понимали о том, что нужна помощь людям, не могут туда гражданские скорые доехать по разным причинам. Пришлось оказывать медицинскую помощь людям, выполнять несвойственные полиции задачи на месте. Хозяйка! Куда раненый? Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, подождите, сейчас я встану. Ай! Куда вы ранены? Что случилось? Не знаю, куда-то сюда. Вы громкие говорите, я ничего не слышу. А где это? Здесь произошло? Да, там дальше, там муж лежит. Мы видели, мы его позже заберем, вас вывезем и заберем мужа вашего. Один у вас, да? Да, один. Давайте. Считали, как-то было тех людей, которых примерно там вывезли, где-то 1500. Выезжал я на заводскую, там бабушка с сыном жила. Было у нее ранение в грудь. Мы приехали, пробили два колеса, но успели выйти. Я за рюкзаком. Когда произошло? Не ранен. Не слушай, водичка. Терпи, родная. Виталич, носилки нужны. К нам выехали медики военные. Медики военные успели ее забрать. И у нее ранение в легкое было. Они мне говорят, если бы еще минут 10-15, она померла. Здоровается. Все время пытается руки мне поцеловать. Я не знаю, что. Как жизнь? Готовы ехать все? Так, все, влезли, все? Да. Молодцы. Все, да? Были ранения у детей, и вывозил всех 300-ми. То есть у меня никто не умер из детей. И взрослых тоже никто. То есть я не знаю, почему так, но, наверное, ангел большой. Практика та, которую нам дали медики, у нас получилось, нам преподавал боевой медик, женщина. Она нам показала не просто на словах, как это должно происходить, а довела нам именно суть, как можно спасти человека, когда под рукой резко ничего нет, импровизируй. Все, все. Давай. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай. Давай. Не знаю, правильно, завязали. Сейчас посмотрим, я ее посажу в машину. Опа. Как это произошло? Да я вот сюда
Вот, пошла собак же кормить утром. И, ну, все, и прилетела. Тихо так. Для мене дуже важко. Випробуванням таким є, це коли діти страждають. Був випадок, коли поранило дитину 5-річну. Мати загинула на місці, а батько був поранений. Наші хлопці, коли забирали дитину, тремтіли руки, не знали, що з нею зробити. З батьком все більш-менш було зрозуміло. Надали допомогу, посадовили в автомобіль і все. Коли їхали, хлопці наші везли і навіть сльозу пустили, бо то дитина є. Юля, поможешь? Сейчас тебе помогу. Дайте, забери. Где-то. Соседи где-то. Олег. Тоже на третье данные я же беру. А что там у него? Попадание там осколочное сюда в ногу. Да. Дочку маленькую мою привезли только что. Привезли, все нормально будет. Что зараз с дитиною и с батьком? Батько, до речі, з нашими хлопцями, коли були поранені під час обстрілу, тоді, коли прилетіла нас машина, вони лежали в одній палаті з тим хлопцем. Дитинка вижила, поранення були незначні, ну, однак шоковий стан. Тихо. Погоді. Садись. Щас тебе, щас тебе. А я вам говорю, зайди сюда. Зайди, Виталич, туда, зайди. Вася, давай посадим машину и выйдем. Да подожди, у него... У него открытый тут. Зайдите. Були випадки, коли ми забирали двох людей, поїхали вони картоплю копати. Хозяева! Сюда, Віталіч! І поранило жінку у кінцівки нижньої, і поранило чоловіка її. Я то не встану. А хто ще ранений? А? Хто ще ранений? Там. Де ви? Бать, ти куди ранений? Рука? А? Рука? Що в тебе? Ну, показуй. Та, братан, дивись. Зараз, родной. Ми їх довезли до лікарні, надали допомогу, спинили кровотечу у жінки. У такої обільної кровотечі не було у чоловіка. Ми його довели до машини, бо обстріл йшов. І сумку взяв. Затягнув. Розв'язай, будь ласка, картошку копати приїхали. То я пройшов перший. Тихонько, не полізь, стой. Картошку приїхали копати, понимаєш ти? Тихо. Я туди схожу. Держись, бать, під'їжджаємо вже. Він, на жаль, помер уже в лікарні після того, як ми привезли. Посадимо його. Так. Собачку. А як зовут його? Чіпа. Ну, тихо. Ладно. Давай, Дар'яна, держи за шею. Ну, тихо ты, тихо. И лапу отбила вот перед ним. Собаки? Да, собаки лапу отбила. И два вот тут, блядь, так вот. Сейчас, Дикуша, сейчас поедем, сейчас. Дик. О, мой мальчик, я готов. Что, кто-то с хозяевом садился? Давай. Сюда. На. Ложись, Дик. Давайте его положим на бочок. Он уже меня укусил. Тихо. Все, мой хороший, все. Так, всего доброго. Да, поехали мы. Спасибо вам большое. Самый трогательный момент был, когда мы приехали на улицу Заводскую. Приехали люди забирать, женщина останавливает машину и спрашивает, есть я или нет. Думаю, может, что-то случилось, может, на помощь какая-то надо, передать кому-то посылку. Ее не было минут 15, уже время, уже начали волноваться все, и она выносит статуэтку ангела Белого. Вот так. Ну, и принесла, говорит, а ты мне снился. И до чего снився? Або до довгих років життя, або
до того, що ну, яким-то чином закінчу свою діяльність, ви розумієте? Ну, поки що на місці все. Да, мужики, есть, помогите, если что, на носилках. Пойдем, Макс. Куда, куда? Вот носилки взяли. Вот так, подожди. Вот так. Надюша? Надюша, Надюша, все нормально. Да, наши. Взаимодія, яка справді рятує життя, коли хлопці везуть пораненого, вони тривають постійний зв'язок із медиками. Лікарі в цей момент готують операційні, готуються прийняти пораненого. Коли відлік іде на хвилини, це дуже важливо і це справді рятує людське життя. Володь, так а ти в якій палаті там лежиш? Ну, я тебе зараз занесу там, понял, тормозок такий. Трошки гостинці йому віднесемо, з місця Красногорівки. А что говорят? А проблема с давлением, надо голову делать. Еще потерял сознание, он, это соседний район с нами. Сын звонит, скорую не может дозвониться. Ну, не приезжает скорая. А он уже там как полчаса уже в бессознательном состоянии был. Мы приехали, пришлось ехать с Курахова забирать его. Если бы не он был, уже бы, наверное, холод. Блин, все буде, все буде в нього хорошо. Я ж ходю, бачите, врачі мене зібрали. Ходю, і він буде ходити. Да, просто вовремя вивезли, все просто вийшло, все як треба. Давай, я розберу. А ну садіть його, садіть. Здрасте, в нього є рука теж. Садіть, садіть, зараз посплю. Терпі, понял. По дороге это произошло, да, на дороге? Да. Бах. Нет, попадете, не попадете. Здрасте. Здравствуйте. Вы меня помните? Так как в шапке вроде бы похожий. На кого? На Васю. Да. Галина Ивановна! С полицией приехали! С полицией, парамедики! Лечить вас приехали! На столе под клеенкой. На столе под клеенкой, хорошо! Мы за вами приехали, в больницу вас везти. Ой, нет. Нет, вы так помрете здесь. Нет. Если это перелом шейки бедра, это беда будет. Нет, тут, кажется, аптека закрытая. Да ничего здесь нет. И скорая сюда не приезжает. И скорая, да. Вот. Ну, еще бабу не катали так. Я вас уже замучила. Да что вы замучили? Ну, тут, смотрите, проведать. Вон, да, смотрите, знаете, салфетки, ну, пока такие, вот. Они а влажные. У меня там дома есть все. Дома это там. Ну, а здесь? Ой, там, хорошо, спасибо. Такое. Спасибо. Ее подняли, она сутки пролежала на полу. Вы четыре, четверо суток. На пятый меня подняли те ребята, которые привезли. На пятый день подняли ее с этого самого. Да, сильно было мне как бомжику прилегли, грязную, мокрую. Нет, а вы что, на это никто не смотрит. Зато вы жили. А как вы хотели? Вы просто брошенные были. Я думаю, в понедельник, вторник, крайний срок, вы просто поедете тогда на операцию. Ой, все. Спасибо вам, дай Бог тебе здоровечко. Та глупость, что вы... Я сказала, что... Це герої, я їх називаю, тому що вони, ну,
дійсно герої. Навіть ніхто не хоче туди їхати. Навіть військовим туди ну не дозволяють їхати такими машинами, тому що там завжди йдуть обстріли. Життя от, по декілька разів приїжджають, вони забирають, вони не хочуть їхати. Да, то потім не хочуть, знову тобто приїжджають, уговорюють. Вони телефонують зарані, там 2-3 поранених, там завали, там рука, да, нога, щоб ми вже все. Ми тобто вже, так, все ми, готово, ми вже все домой. Готово, ми вже чекаємо, так, що це не так, що це там нам привезли, ми бігаємо, тут не знаємо, куди йти. Так. Ми віримо, що Україна понад усе і все буде добре, буде Україна. Давайте я вас подякую. Дивіться, хлопці, молодці. Садитесь и на руки с ребенком, да. Садитесь и ребенка на руки. В скорую 24 человека самое больше поменялось. Это друг на друге сидели. 24 человека. 6 человек впереди. Ну да, как кто мог залезть, так уже и двери не закрывали. Но... Заезжаем к людям, зная о том, что они где-то на... по краям живут, в более небезопасных местах. Мы стараемся заехать, разузнать, как они там, каждый раз уговариваем выехать. Но моя мама не хочет уезжать. Вы же поймите, 94 года, это я, мое слово самое последнее. Просто вы знаете, если вдруг такая ситуация, у меня есть номера телефонов. Номера телефонов, либо же на 102 пробуйте дозвониться. Объясняем о том, что никто в Украине не принудительно не забирает. Большое влияние сыграла на людей еще пропаганда со стороны России, телевизор. Когда ты приезжаешь первый раз, ты для него никто. Раз ты к нему приехал, два приехал. Потом человек начинает в голове понимать, что мы ему объясняем, ему стреляют, мы под обстрелами к вам добираемся. И ты потом ему становишься родным. Они не знают, что происходит. Давайте, родные, приехали. Отсутствие альтернативного жилья, шоковое состояние, просто они дезориентированы. Они не могут понять о том, что здесь им предоставят, пускай и временное жилье, они пускай будут и в относительной безопасности, но они в это просто поверить не могут. Не могут переступить через себя, оставить все нажитое. Многие не хотят выезжать из-за того, что мать, отец, лежачем состоянии до сих пор остаются такие. И из-за этого они едут. Стараемся уговаривать, примеры приводим людей, которые уже находятся в более безопасном месте. Дядь Вов! Где ты едешь? Хозяин! Да что некогда, тебе поможем? Дай я хоть гляну рану твою. Ну дай я гляну. А там это делала? Это делала, сполз, я тебе замотаю новый, понял? Что произошло? Как это произошло? Ну он прямо в дом влупил, а я сидел возле плитки, документы смотрел. Уезжает. Муж же там остался. Мы же вам говорили, тоже заберем вас, а вы потом. У меня был случай, человек просидел месяц в подвале, он даже не знал, что происходит. Приехал, пообщался, мне сказали, что он там сидит. Общение раз, два, три. Он выходит, говорит, все, я не могу. Вот он сидит, ждет. У него психика не выдержала. Он говорит, все, ему уже все равно на все. Он выходит с двумя сумочками и уезжает. Говорит, все, я уже психически не готов тут оставаться. Хозяева! Люди! Подвал был кирпичом подпертый. Не знаю, здесь сгоревшая хата. Сегодня мать умерла, а он тут. А где маты? Ну что, забираем ее и тебя забираем. Поехали отсюда. Ну сейчас я штаны накину. Кидай, да. Накидай штаны, давай. Пойдем за матерью. Вот она лежит, бля. Досиделись, бля. Залазь, переступай. Пришла нам информация о том, что есть мужчина в городе Марьинки, который находится и не выходит на связь от внучки. Категорически не хотел уезжать из города Марьинки. И пришлось нам включить аудиосвязь, потому что он во время наших посещений просто так он не реагировал. Когда мы включили эту аудиозапись, решился уехать. Да, может, ты туда уехать, пересидеть, пожалуйста, если с тобой что-то случится, я
Мне просто жить не самого, ну, пожалуйста, не дуречка. Надо было довести его до слез, чтобы его мозгу поняли, что неважно, здесь там животные, которые остались. Там у меня баран есть. У меня животные, куры, баран. У меня хозяйство. Я, говорит, не буду, у меня хозяйство. Дом его добило окончательно. Он уже на тот момент был у соседей в доме. Ну так, если бы не помощь внучки, он там, может быть, и пойдет. Алло, Маша! Маша, сестра! Маша, погано чую. Ты там жива? Если ты жива, выйдя. Катя просит вас отсюда вывести, потому что сильно здесь тяжело и плохо. А где хорошо, сыночек? Они просят, чтобы вы приехали к ним и у них были. Слушай, мне сам той, что с рогами не вгодить. Я дуже капризна. Вы ехать с нами будете? Не. Ехать будем, выезжать отсюда? А почему? А потому что мы здесь родились, жили и будем умирать здесь. Почему умирать? Жить надо дальше. Умирать не надо. Виживемо, будемо жити. Звернув увагу на те, що ви частенько дуже звертаєтеся до мешканців, мої рідненькі. Так вони і є наші рідні. Я на той момент не думаю про те, як звертатись до людей, а звертаюсь, як серце підказує. Какой адрес? Это 50-й дом. Пойдемте потихоньку, будем выезжать. А что, все прямо? А как? А куда мы выйдем? Ни денег, ни да поехали там с этих вон негодных обстрелов мы. Сейчас определяем вас. Родная моя, я вас всех люблю. Честно. Сидеть, ждать чего-то. Сгорать от нетерпения тут не надо. Для некоторых людей можно поговорить, объяснить. С некоторыми надо поступить очень грубо. Потом они еще благодарны. Я никуда не еду. Не, надо в больницу. Это без разговоров. Нет, батя. Нет. Ты едешь в больницу, я тебя отсюда насильно увезу. В больнице посмотрят, а потом ты, я за твою жизнь. Несу сейчас ответственность. Кто привезет меня сюда? Привезем. Тебя окажут, мы сюда ездим каждый день. Будешь ты рядом возле нас, родной, понял? Все, отец, сейчас поехали. Я подожди. Бывает, человек получил ранение или еще, он говорит, а я тут останусь. У меня было такое, женщина, мы ей оказали первую медицинскую, она говорит, я сейчас соберу вещи, она ушла домой, потом говорит, не, я не буду выезжать. То есть она передумала. На следующий раз она звонит, говорит, наверное, все. Вот ей надо было сутки обдумать. А потом мы ее привозим, везем в больницу. А оказывается, если бы еще она посидела недельку, ей бы отрезали ногу. То есть у нее уже гангрена началась. То есть ее вылечили, она осталась жива. И потом человек со временем говорит, о, я благодарен то, что вы сделали. Ей крепкое словцо применяют в цей момент. Не без того, бо є дуже велика небезпека. Ми вивозили людей вже з сірої зони, коли через буквально 300 метрів вже позиції зайняті окупаційними військами були. Давай бігом! Все, до краю, дівчі! Все, розносимо! Не треба ніякі там гроші, не вірте нікому! Все нормально, людей определяю! Бігом давай! Все, це край, більше я не зможу зайти! Давай, бігом! Милые мои, поехали, давай, родные! Давай. Приезжаешь на адрес, разговариваешь с человеком, он говорит, я не уезжаю, у меня есть дом. Он говорит, утром вышел покурить, взорвался дом, я лежу, встаю, пойду в кухню. Пошел в кухню, взорвалась кухня. Он взял сумки, вышел, отошел от ворот, бах, и ворот нема. Он говорит, а теперь мне не к чему возвращаться. Очень тяжело, так как большинство уже выехало, остались одни старики. А старики, они не хотят оставлять, мотивируя, даже говоря, тем, а где я, когда я это наживу. У меня уже нет возраста. На выезд, бать! Сколько можно этого терпеть?
потерпим еще. Ну сколько потерпим? Сколько даст Бог? Берегите себя. Сколько Бог отмерил, сколько Бог отмерил, столько и... Ну лучше ж зачем себя истязать? С маленькими детьми, то была история окрема. Сиділи більше двох місяців у підвалі у 14-й будинок по вулиці Заводській в Мар'їнці. Вони не виходили, троє дітей і батько з матір'ю. Вони самі були налякані, вони не розуміли, що коїться зверху. Травень місяць, контраст такий був. Люди роздіті, вже деякі загорілі, а вони ще в шапках були у курточках. Були тварини з ними, птахи, там, попугаї теж забирали. Привет. Что мы? Выезжаем отсюда. Куда? Бережем детей. Куда? Определяю. Мы его тогда наступным разом взяли с собой, чтобы забрать речи какие-то. Он сказал, с нами больше не поедет туда. Бо в той жах не захотел вертаться. Приехал забирать человека в город Мар'їнку. И говорит, я уже не выдержу, я буду выезжать. А он сидел с тремя бабушками. Он говорит, ну, сейчас я вещи быстро. Они спрашивают, ты куда? Говорит, я уезжаю. Они говорят, а, ты нас бросаешь, тогда и мы уезжаем. Он собирается, пробегает, говорит, я ноутбук, говорит, в подвале забыл, сейчас я спущусь. Он спускается в подвал, а эти бабки убегают, садятся ко мне в скорую. Я говорю, а где мальчик, который собирался с вами уезжать? Они говорят, неважно, а тут обстрелы идут. Неважно, поехали. Я говорю, а где он есть? Слышу, кричит. Я говорю, а что двери закрыты? Она говорит, я закрыла, потому что это мой подъезд, бабушка. Я говорю, ну так а вы слышите, человек кричит. Они выходя, он побежал в подвал. Они его подвали внизу, двери железные. Они его там закрыли. И так бы его никто не нашел, если бы я его не пошел искать. Хозяева! Мы за вами. Вы за нами приехали? Да, да. Вы скажите, вещей у нас много. Давайте выносите, кто есть, влезет. Будем вмещать. Пойдем. Куда? Я оденусь еще. Я не одета. Да иди, иди, вот я живу. А что, ну вынесут вам сейчас вещи. Да я не оделась даже. Нас 5 человек. Вы знаете, чего вы кричите? Много, да. И собака. Здравствуйте. Ну, куда ж вы их несете столько? Люди з цієї сторони, вони проводять обстріли хаотично по будинках, які знаходяться ще не розбиті. Без різниці, куди стріляти. Вони стріляють там, де є люди. Залякування таким чином людей, вбивство їх безкарне, як потішання над нашим народом. Бувало таке, що ми приїжджали, був... Получаем информацию, что был обстрел, раненый, мы проезжаем, он уже умер. Стоп. Спаси, сохрани, Боже. Спаси, сохрани. Так и до него и заездили наши хлопцы, его вымовляли, он відмовлявся. Ему много раз казали, что мы тебя заберем. Він – ні, я лишусь вдома. Документи у них були, не знаю. Царство небесне. Тьоть Вер! Давай, родная, надо виходити. Пока машина. Давай, виходим. Давай, давай, родная, давай. Вася, надо мотати її, там гравіщик. Та щас, щас, будем мотати. За вами, потом будем смотреть. Что же они творят? Вась. Геноцид Вась. Творят. Да. Держи женщину, все пролетим. Держу, Виталич. Держу, Виталич, держу. Иду по Артёму, он впереди меня бахнул. И сзади бахнул. Им без... Разбил дома. Я держусь, держу. Разбил дома, они бьют дома. И это такая стратегия. Если не можешь взять населенный пункт, его надо стереть с лица земли. Игорь, это кто? Мой сын, сын. Сейчас. Игорь. Везем, скажи. Это полиция. Везем маму в больницу Куракова. Це сум і біль наш, коли ти бачиш цю розруху. Зараз.
закінчиться війна, буде наша перемога. Яка є в тебе найзаповідніша мрія? Що б хотілося зробити в мирний час? Зібрати людей в місті Мар'їнка, да? Застелити столами, сісти і відмітити перемогу чи такий мирний час. А тоді взяти грабарки, лопати, ломи і розгребсти ті всі завали, ту всю біду, яка лишилась. І допомагати відбудувати всі наші міста. Після нашої побіди помочь людям встановити те, що розрушила країна-агресор. Мечта просто вибратися в ліс, побути з друзями там. Как бы я уже пенсионер, я на пенсии уже. Увидеть многих тех друзей, с которыми пришлось мне пообщаться напереди, в госпитале, и просто их всех увидеть. Принято активную участь в восстановлении своего района. На якій там посаді, не на посаді, робітником, працівником, водієм, ну, щоб це було на моїх глазах, і воно возрождалось, і було життя, і це життя наповнилось всілякими там радістями, людськими радістями. Ви готові будете повернутися особисто в Красногорівку, там жити після війни? Так, чому ні? Ми більше них, і ми сильніші них. Сильніші в тому, що у нас є в душі. Люди, які знаходяться на лінії прикосновення, не розуміють, що в кожний момент вони можуть умереть. Так, ми повинні завжди думати о смерті, щоб вона к нам не приходила. Опережати її, вижити, существувати на зло всім і доказати, що ми будемо стояти. А смерть хай уходить, будемо жити. Україну ми спасем, і вона засяє жовтим відблиском шабель, ще й блакитним сяйком.